Следующий раздел программы будет посвящен красоте. На это божество работает огромная мировая индустрия. Новинки косметологии, парикмахерского искусства, визажа, средств по уходу за ногтями были представлены на выставке Expo Beauty 2011. В минувшие выходные ее посетили тысячи зрителей. Ведь можно быть дельным человеком и думать о красе ногтей. Шеллак – это своеобразный гибрид обычного лака для ногтей и геля. Создателям американской компании Creative Nail Design или CND удалось совместить в нем лучшие качества обоих. При этом новейшая разработка в области дизайна ногтей абсолютно безвредна. Для многих это стало возможностью отрастить натуральные ногти, которые до этого были слабые, слоились или были слишком ломкие. Также эта процедура предлагается и при покраске ногтей на пальцах ног. На ногах держится шеллак 3, а то и 4 недели. И самое приятное, что он не тускнеет, не теряет свой блеск. В течение 2, а то и больше недель остается таким же, как и был в первый день покраски. В Латвии официальным дистрибьютором американской CND является компания Koala, благодаря усилиям которой шеллак сегодня есть в сотнях салонов по всей Латвии. Большой спрос на инновационный продукт определяет простота и скорость его нанесения. Весь процесс занимает всего лишь полчаса, при этом поверхность ногтя не нужно запиливать. Высыхает же шеллак моментально. Сначала ноготь надо немножко подготовить. Что я имею в виду? Это подпилить длину, придать желаемую форму. Используем пилочку 240 единиц. Затем средством Cutty Colorway размягчим и отодвинем кутикулу. Распределяем Cutty Colorway пушером и отодвигаем кутикулу. Затем жидкость смывается, ноготь обезжиривается и уже готов к покраске. Первый слой, базовое покрытие, наносится ровным тонким слоем и сушится в ультрафиолетовой лампе. Через 10 секунд процесс продолжается. Вытираем кисточку, снимаем лишнее количество и ровным тонким слоем наносим шеллак на базовое покрытие. И просим клиента опустить руку в лампу. Включаем на 2 минуты. Затем накладывается второй слой шеллака и также сушится в лампе. И завершающий слой – это топ-кот, верхнее покрытие. Наносим на шеллак на цвет и также сушим 2 минуты. Липкий верхний слой снимается спиртовой салфеткой и ноготь готов. Спустя 2 недели старый шеллак нужно снять. Нам понадобится продукт Remove на основе ацетона, а также апельсинового масла. И вот такие вот кармашки, которые позволят легко и быстро замотать на пальчик шеллак. Мы смачиваем в Remove и потом прикладываем и заворачиваем вот таким вот образом. Оставляем потом на 10 минут. После размягчения палочкой из апельсинового дерева и скрабом Fresh остатки шеллака удаляются полностью. Мы видим, что ноготь абсолютно гладкий, ровный. И можно подпилить длину, отодвинуть кутикулу и тем самым подготовить ноготь к покраске шеллак снова. На сегодняшний день шеллак представлен в 24 оттенках. К концу года появится еще 12. Однако уже сейчас для получения новых оттенков цвета можно смешивать. Опробовать шеллак можно в лучших салонах Латвии, а приобрести это уникальное средство и научиться им пользоваться только в фирме Koala в Риге по адресу улица Экспорта 12.